сейчас будет большой-большой клуб, большой, чистый, красивый. Он станет дороже в 3 раза? 3 раза, может быть, 4. Горячая новость из Ludus Dom. Деда объяснил, что здесь откроют специальный бьюти-салон, салон красоты, первый в России салон красоты для бойцов ММА. Because the guys must be beautiful to fight. Yeah. Вечер. Решил зайти посмотреть, что происходит нового в строящемся Ludus Dom. Шикарная погода, почему бы не прогуляться в районе Серпуховской, Павелецкой. В общем, тема в следующем. Конечно, Ludus Dom пока не может похвастаться 100% готовностью, но кое-что мы уже можем вам показать. Я думаю, изменения вы заметите. Итак, для начала. Рафаэль беспомощно защищается от приставаний какой-то юной особы. Елена Олеговна, но я не бразильянка. Ну, да. Ну, расскажи свои впечатления о новом зале. Круто, смотри, сколько места, все прям... Одна разминка чего стоит. Да, вы теперь кувыркаетесь от начала до конца? Да, и мы теперь не возвращаемся, а в обратную сторону кувыркаемся. Ну, короче, я, как всегда, нашел, где присесть с девчонками. Сейчас они мне покажут новую раздевалку, сауну. А женская еще не работает. Да, значит, мы с ними пойдем в мужскую раздевалку и мужскую сауну. До месяца все ждет, что ему покажут женскую раздевалку? Нет. It's first class in New Tatami. Yes, first class. And it's holiday. So many people are traveling, but the guys who stayed in Moscow came and it was nice training. With the visit of Fabrício Nascimento, with our other black belts from Ludus, so it was cool. Isso! Vai, 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 vai! Vai, vai, dá pra chão, daí! Isso! Lena, что такое isso? Типа, вот так вот. Ah, vai, vai, vai. Давай, давай, давай. Но если вы думаете, что на самом деле все уже готово, нет. И я вам покажу то, что скрыто за дырявой стеной. Там еще идут работы. А как много спортсменов из Лудуса будет выступать на Moscow International Pro? I looked this morning, there was 516, 520, something like this. But 66 from Ludus already. So usually we go with a bit more, 15%, 60, 10%, something like this. Супер, good luck. Ос.
немножко режет глаза от яркости татами и от контраста черного кимоно на белом татами. Пока еще здесь нет логотипов, нет живописи на стенах, а деда обещал, что будет живопись. Ну, в общем, готовность не на 100%, но разница уже вполне очевидна. Как вас зовут? Ирина, менеджер отдела продаж. Сейчас будет большой-большой клуб, большой, чистый, красивый. Он станет дороже в 3 раза? Может быть, 4. А вот если я хочу заниматься джиу-джитсу 24 часа в сутки здесь, сколько мне это будет стоить? Можем рассмотреть с вами карту, ну, например, только джиу-джитсу, 64 тысячи рублей, 12 занятий в месяц на год. На год? На год. 3 месяца заморозки. Прачечная, парковка, все будет входить в вашу карту. А существуют месячные абонементы? Ну, сейчас, допустим, человеку очень хочется, ну, первый раз попробовать. Вы сориентируете по стоимости? Конечно. 8500. 8500 в месяц? Да, в месяц. Это безлимит? Безлимит. То есть я могу прийти сюда в 8 утра, и во сколько вы открываетесь? 6:30. 6:30, да. И уйти в 23:30? Да. В 24? Без 15. 25. Ну, давайте в 24:15. Да, давайте. Хорошо. На этом садимся. Пленка заканчивается. Тогда заканчивается.